В папке «Биология» будет лабораторная работа по ракообразным и насекомым. Если вдруг у вас не получится открыть эту работу, позовите меня, я подойду и помогу вам ее открыть. Вы выбираете первое животное из класса ракообразных и этому животному подбираете, значит, те части тела, которые должны соответствующим образом быть выстроены. После этого, когда вы все выстроите, у вас появится картинка, где будет написано название этих конечностей. Эту картинку вы себе как-то зафиксируете. И, может быть, те конечности, которые у вас вызывали затруднения, напишите их название. Затем у вас появится активная кнопка «Пойти дальше». И у вас надо будет соотнести только уже не части тела, а функции, которые выполняют те или иные конечности. Это то, что касается ракообразных. Там будет два задания. По насекомым. Здесь у нас пчела. И выписываете. То, что касается крыльев, вам надо будет написать, какому отряду здесь, в этой лабораторной работе, допущена ошибка. Перепончатокрылые названы семейством, но на самом деле это отряд. То, что касается груди, значит, вам надо будет посмотреть и логически подумать. Вот передняя грудь, какие конечности могут крепиться к передней груди? Передняя, задняя или средняя? Ну вот к передней груди какие могут крепиться конечности? Передняя. Это то, на что вы обращаете внимание. Голова. Выписывайте себе, какие есть глаза. То есть все абсолютно выписывать не надо. Будет видео, инструкция, вы к ней можете обращаться для того, чтобы самое важное выписывать. Значит, конечности. Все, что касается конечностей, в чем их предназначение? Что здесь застревает на волосках конечностей и как это все работает? Так, брюшко. Здесь вам надо будет обратить внимание, какие есть органы на каждом сегменте брюшка. Значит, по пчеле вы выписываете то, что я вам сейчас сказал. По раку собираете его. Так, небольшая подсказка. Вы видите, кстати, как он уже выглядит. Потому что некоторые конечности могут вызвать затруднения. Выписываете себе название конечностей и что они делают. А также второй столбик. Значит, у вас будет три столбика. Будет это выглядеть примерно так. Это то, что будет касаться ракообразных. Вот такая вот табличка у вас получится. Конечность, название этой конечности, ее функция. А по пчеле посмотрите видеофрагмент и еще раз посмотрите, что вам надо выписать по каждому отделу. Вот такая лабораторная работа. В папке ученика, папка «Биология». Открываете. Если не получается, я подойду и открою вам этот файл.